Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Опытные садоводы всегда готовят грядку под озимый чеснок заранее, за 2-3 недели до высадки зубчиков. И внесение удобрений – это неотъемлемая часть создания урожайной грядки. Сегодня расскажу, какие удобрения я вношу на грядку под озимый чеснок. С ними вырастить мелкие зубчики точно не получится. Все делается достаточно просто. Те удобрения, которые я назову, просто рассыпаем равномерно по площади грядки, а уже после перекапываем землю вместе с удобрениями. Чеснок любит, чтобы грунт был легкий, насыщенный питательными веществами и сильно не забивался. Ведь головки растут достаточно глубоко в земле, при этом корни должны дышать. У меня земля глина, поэтому я не скуплюсь на внесение разных разрыхлителей. Вношу просеянный песок и торф примерно по одному ведру на каждый квадратный метр земли. Когда есть хвоя, я ее вношу тоже на грядку. Почва, перемешавшись с песком, торфом и хвоей, уже не будет такой тяжелой, и корням будет легче получать кислород. Далее обязательно вносим органику по 2-4 ведра компоста или перепревшего коровяка на каждый метр грядки. Чеснок любит органику, но главное, не нужно вносить свежий навоз, иначе все пойдет не по плану. Так как моя почва кислая, далее я вношу доломитовую муку. Это и раскислитель, и одновременно подкормка для земли. 2 стакана доломитки на каждый метр грядки будет вполне достаточно. Далее вношу сухие смеси, это горчичный жмых и диатомит садовый. Такая смесь снабдит чеснок питательными макро- и микроэлементами, а также защитит от болезней и вредителей. Вношу по одному стакану на метр того и другого порошка мелкой фракции. И напоследок минеральные удобрения. Тут изобретать велосипед не нужно. Вносим по 4 столовые ложки калий-магнезии и суперфосфата на каждый квадратный метр земли. Как раз к следующему году фосфор и калий полностью растворится и перейдет в доступную форму для усвоения корнями растений. На такой грядке неминуемо вырастет крупный чеснок без единой подкормки в следующем году. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!